Нету. И сказок я не сочиняю. Я простой ученый кот. Что пережил сам, то и рассказываю. Вот, например. Мяу! Ты не обознался случаем? Я не царевна, чтобы меня похищать. Мяу! Ну, кот я, кот! Ученый? Не жалуюсь. А советы даешь? Ну, по наукам, философии, чистописанию и в объеме средней школы. А по личной жизни можешь? А личность-то кто? Я. А что? На волю отпущу. Да? Скучно мне одному. Живой души рядом нет. Фу ты, ну конкретнее. Мучить некого. Мучить? Ну, погоди у меня. А, сейчас. А ты женись. Да что ты. Ну, кто за меня пойдет? Пойдет кто? Вот. Красная девица годится? Издеваешься? Да я этих красных девиц столько похищал. А как жениться? Ты проходил? Берешь мизинец и говоришь. Женись, женись, никогда не делись. А невеста тебе отвечает. А будешь драться, я буду кусаться. Да освобождали их всякий раз, а меня били и по делам. Хорошо еще, что я бессмертный. Мяу. Кто же в таком виде красавец похищает? Держи. Вот что значит учение. Как тебе сам не догонялся. Да. А красная девица какого роду? Обычного. Женского. Обычного? Да. Женского. А мы теперь по профессии добрый молодец, а по званию царевич. Ой. Нам царского рода нужна. Так. Царевны. Лягушка. Не смеяна. Хватит, если что, потом дочитаешь. Ну, как это потом? Ты ж меня отпустить обещал, а? Ха-ха-ха. Эй, царевна лягушка! Ау! А, я жениться пришел. Куда ты? Ты что? Я ж царевич. Кончились. Как кончились? А, ну не упрямься, не упрямься. Давай-ка, мизинец. Давай. Да ты ж куда? А ну ударься о землю, стань человеком. Сгинь, сгинь. Ну чё пристал-то? Написано, царевны лягушки кончились. Все давным-давно замуж повыходили. И дочки, и внучки. Неудача. Ой! Что это? Ой, еще. Вот так. Ой,
папа, а если бы взорвалось? Доченька, не смей, Янушка, тебя смешить пришли. Мне не до смеха. Ну, этот тебя рассмешит. Он такой забавник. Я ему говорю, тебе что, головы не жалко? А он мне, этой нет. Все. Раз, два, три. Понял, меня уже нет. Четыре, пять. Начинаю я врывать. Вот. Радуйся, я царевич. Ой, разве не смешно? По-моему, самая пора отрубить ему голову. Видишь, какое у человека чувство юмора. Их, может, подождем? Он же тебе главного не сказал. Ну? Хватит в игрушки играть. Замуж пора. Смейся. А голова-то? Получился фейерверк, получился! За кого же ты теперь замуж пойдешь? Ну уж нет, только не за меня. Я ж тебе, папочка, говорила, замуж я вовсе не собираюсь. Да где же мы теперь наследник-то возьмем? И чего я к этим царевнам прицепился? Одни только фокусы, фокусы, да претензии. Ты что, красная девица стала? А вы не видите? Давай, мизинец. А вы кто такой? Я-то царевич. О, не видишь? А документ у вас есть? Вот. Согласна. А у тебя есть? Вот. Женись, женись, никогда не дерись. А если будешь драться... Я буду кусаться. Советы дают. Ну кому? Мне. Признаешь? А мне? Мне что-то обещал? Что ты мне советовал? Тебе тоже? И что, интересно? А, тебе интересно? А? Признаешь? Ты? Я. Ах, ты такая маленькая, умазанная кухарка. Совет вам понадобился. Мучить некого. Вот вам совет и любовь. Мяу. Вы думаете, это сказка была? Одна только правда. У меня и свидетели есть.